Всем привет! Сегодня снимаю видео про мотоблок, а именно про мотоблок на гусеницах. Расскажу, что это вообще такое, стоит ли эти гусеницы покупать, ну и естественно в такую прекрасную погоду покатаемся. Гусеницы муравей покупались уже относительно давно, служат долго и никакого сильного износа я на них не вижу. Что касаемо конструкции, в основе тут стоит такая балка. Нужна для того, чтобы мотоблок всегда стоял в одном положении. В местах соприкосновения тут стоят резинки, которые быстро изнашиваются. Заменил я их на обычный шланг. Вот эти места, кстати, от большой нагрузки лопали и их пришлось усиливать. В общем-то вкратце вам про них рассказал, купить можно где угодно, хоть на Озоне, хоть в любом магазине техники, и цена их составляет примерно вот столько. Много это или мало судить вам, но я сейчас буду его запускать. Температура минус 23 градуса, мотоблок полностью холодный, стоял примерно неделю. Ну что, пацаны, мотоблок прогрелся, теперь я вам покажу, на что он способен. Еле-еле я сюда заехал. Посмотрим сейчас на его проходимость, как он поедет по целому снегу. Снега тут выше колена. Я, походу, застрял. Я уже и корыто отцепил, потому что по-другому вообще не вариант. Я вам показал, как мотоблок на гусеницах едет по целому снегу. Собственно, никак он не едет. Но сейчас вам покажу прикольную фишку на нем. Шутки шутками, но мотоблок на гусеницах — это очень полезная техника в хозяйстве. То есть вот таких два корыта дров он довезет без проблем. Тяга у него очень хорошая. В прошлом году пробовал тянуть Ниву, и он легко ее утянул. Не спорю, что в сугробах ему немного тяжело передвигаться, но он все-таки нацелен на другое. К примеру, снег он чистит вообще отменно, сейчас я вам продемонстрирую. Вот лопата. Не смотрите на ее состояние, она после пожара, но свое свойство чистить снег она никак не потеряла. Как вы заметили, крепление для ее у меня постоянно на мотоблоке, так что сейчас ее прицепим. Ну и как вам результат за 3 минуты? Лопатой бы я тут чистил намного дольше. Загоняю я его сейчас в гараж и выкатываю мотособаку. Пробуем проехать там, где не смог проехать мотоблок. Я, если что, говорю про это место. Мотособака на улице, тоже будем производить холодный запуск. Мотособака — это уже веселее, она может и без тебя уехать. Но перед тем, как я ее запущу, хочу, чтобы вы подписались на мой телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании под этим роликом. Там очень много крутого контента, много роликов, которые не попадают на YouTube. Если уже подписан, то спасибо, а если нет, то подпишись. Пробуем. Реально, посмотрите, какая красота в деревне. Ставь лайк, если любишь деревню. Вот здесь я залепился на мотоблоке. Как думаете, проедет мотособака или нет? К сожалению, снимаю сейчас от первого лица, потому что у меня сломался штатив. Сейчас будет препятствие намного сложнее. Это заезд в гору, где глубина снега достигает 1 метра.
Это чтобы не было вопроса, что глубина снега тут не один метр. В общем-то, вот такой ролик получился. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.